Теперь разрешите представить слово премьер-министру Республики Индия господину Нарендра Моди. Excellency, Kyrgyz Republic के राष्ट्रपति और आज की हमारी सभा के अध्यक्ष Excellencies और मेरे सभी साथी मित्रों, सर्वप्रथम मैं एसईओ के कुशल नेतृत्व के लिए राष्ट्रपति Жээнбеков और किर्गिज Жээнбеков. Я бы хотел поздравить президента Жээнбекова и Киргизскую республику за великолепное лидерство в этом году в ШОС. И я бы хотел всех вас поприветствовать. Для меня очень приятно принять участие на заседании Совета глав государств ШОС. 2 года тому назад Индия стала полным членом ШОС, и мы внесли большой вклад во все мероприятия ШОС. Для того, чтобы увеличить роль ШОС и доверие со стороны международного сообщества, мы будем и дальше наращивать наше активное участие, и мы, потому что наша цель также объединение всех народов во всем мире вокруг наших благородных целей. И, конечно же, мы не нуждаемся в сближении наших отношений на международном уровне через транспортные коридоры, Ашхабадское соглашение, Ашхабад и так далее, а также является большим вкладом в углубление наших связей. Мы также работаем над созданием открытого коридора между Нью-Дели и Мумбаи. И в уважении суверенитета и территориальной целостности государства стабильность и мир должны быть основой для улучшения таких связей. И контакты между людьми имеют также огромное значение. И улучшение обслуживания системы визовой является также очень важным для всех стран ШОС. Я очень рад тому, что веб-сайт туризма Индии скоро будет обновлен для того, чтобы поддерживать туризм между нашими странами. Появится интерфейс на русском языке, а также много других материалов, новых материалов появится на русском. Для стабильности и безопасности в регионе ШОС важным фактором является безопасность и стабильность в Афганистане. И, конечно же, Индия привержена поддерживать правительство и народ Афганистана и установление контроля для того, чтобы продолжать процесс мира в Афганистане. Была подготовлена дорожная карта контактной группы ШОС Афганистан для этих целей. Ваше превосходительство, коллективное видение нашего региона заключается в том, чтобы усиливать наше сотрудничество и данное заявление может быть также хорошим примером, который подталкивает наши страны на усиление нашего сотрудничества в культуре, в политике, в других направлениях, в борьбе против терроризма и в осуществлении гуманитарного сотрудничества. Каждое направление сотрудничества, и мы должны акцентироваться с нами, и это также предусмотрено в повестке дня ШОС на 2020-2021 год, и Индия готова поделиться своим опытом в телемедицине, медицинском туризме и для того, чтобы усиливать и укреплять экономическое сотрудничество, потому что протекционизм никогда не приносил пользу. Наши отношения должны быть открытыми, прозрачными, без дискриминации, и многосторонние отношения должны укрепляться с Всемирной организацией туризма. И, конечно же, эти вопросы наиболее актуальны для развивающихся стран. Об этом мы должны помнить между странами ШОС и для того, чтобы создать
благоприятные условия. Индия привержена тому, чтобы подписать сегодня очень важные соглашения и другие документы. И это поможет усилению сотрудничества в сфере цифровизации и альтернативных источников энергии, решение проблем ими так изменения климата. И сегодня Индия на шестом месте по производству солнечной и возобновляемых источников энергии. И цель заключается в том, чтобы объединять технологии и финансирование для того, чтобы увеличить производство солнечной энергии. Мы приветствуем страны ШОС, их участие в этой инициативе в разработке альтернативных источников энергии. Сегодня в рамках ШОС мы для защиты окружающей среды на 2019-2020 год мы будем подписывать концептуальный документ и, конечно же, другое направление, в котором мы заинтересованы, это повышение грамотности населения. Литература с достижениями в этом направлении будет переводиться на страны членов. Страны ШОС в Ташкенте будет проходить также фестиваль фильма, и культура, литература также является хорошим подспорьем для дальнейшего развития. И это ограждает нашу молодежь от радикализма, создает свободное общество. Последнее воскресенье я был в Шри-Ланке, я был в церкви Антония и видел следы акта теракта, который был совершен в этом месте. Это просто ужасно, и поэтому все гуманитарные силы наших стран, они должны объединяться для борьбы с терроризмом. Страны, которые поддерживают и финансируют терроризм, должны взять на себя ответственность. Страны-члены ШОС должны использовать полный потенциал сотрудничества в раз ШОС для борьбы с терроризмом. Индия призывает к проведению международного саммита по противодействию терроризму и в рамках гуманитарного сотрудничества. В своем регионе Индия играет роль первой страны, которая первой реагирует на такие ЧС и на акты терроризма. Мы готовы перенять и вас опыт, и, конечно же, готовы предложить нашу инфраструктуру в этом направлении. Ваше превосходительство, еще раз я приветствую те достижения, которые у нас имеются в рамках ШОС, и еще раз хотел бы поблагодарить президента Жээнбекова и с успешным председательством и поздравить Путина с переходом председательства России. Я думаю, Индия, в свою очередь, намерена полностью поддерживать эти инициативы.